Приветик! Сегодня с вами снова уютная лиса, и я отвечу на очередной вопрос в комментариях. В общем, вы меня извините, если я неправильно читаю ваше название, я просто не знаю, как они произносятся. И такое, как Fanciful Type, я надеюсь, я правильно произнесла, задает мне вопрос, приходилось ли жертвовать отношениями, работой, и как я совмещаю все это, и то есть и приходилось ли мне жертвовать работой для отношений, или наоборот, когда кто-то жертвовал для меня. Вопрос на самом деле интересный, и я скажу, что не особо я сталкивалась с этим, там не для меня никто не жертвовал работой ради отношений, да, потому что я считаю, что это, лично моя позиция, что это не совсем хорошо. То есть это я недавно в похожем видео рассказывала, это то же самое, что как девочка будет кричать «сиди рядом со мной», молодому человеку, который зарабатывает денежку или чем-то увлекается, и сама же его превратит в ничтожество, попросит того, чтобы он там от всего отказался, и потом будет сидеть, и ей самой будет с ним скучно. Мне нравится, когда люди занятые, самостоятельные и разносторонние, когда у них много интересов. Просто проблема тогда внимания в том, что лично я считаю, чтобы они тогда вдвоем были оба разносторонние, занятые. То есть, чтобы они один не сидел и не ждал второго, чтобы они были самозанятые лица, самодостаточные в своем времяпрепровождении. То есть я, например, если человек уделяет много времени работе или хобби, то я сяду, значит, и придумаю, так, он сейчас занят, что мне надо сделать, чтобы я ему не писала смс, типа, где ты? Я скучаю. Приди, удели мне внимание, быстро. Я тогда придумаю себе что-то, какое-то хобби тоже, какое-то увлечение, чтобы не бить ему по мозгам, не писать там, мол, сиди со мной каждый вечер дома, да. Но это лично моя позиция. Я ничего не имею против, когда девушки ради парней чем-то жертвуют, да, своим свободным временем, увлечением и так далее. Когда они от чего-то отказываются. То есть вот так оно и есть, это лично моя как бы пока что позиция, она со временем может измениться. Вот я, по крайней мере, до сегодняшнего дня, до своего возраста настоящего, да, я пыталась как-то делать так, что если у меня человек очень занятой, то я пытаюсь сделать так, чтобы я была тоже очень занятой, чтобы ему соответствовать. Но я говорю, если девушки жертвуют своей работой или какими-то увлечениями ради молодого человека, я считаю, что это правильно. Когда наоборот, я считаю, это неправильно. То есть, когда мужчина от чего-то отказывается ради каких-то своих увлечений, ради каких-то своих хобби или свободного времени, там, которое он хочет там провести с кем-то, да. Но, опять же, тут такая грань, которую надо чувствовать. То есть, если у человека это хобби, увлечение, то есть то, что его развивает, я за это. То, от чего человек деградирует, я против этого. То есть, когда молодой человек будет говорить там девушке своей, я встречаюсь с друзьями, я хочу расслабиться, то я считаю, что это неправильно. То есть то времяпрепровождение, от которого он развивается, я поддерживаю. То времяпрепровождение, от которого он деградирует, я против и буду настаивать, чтобы лучше это время он провел со мной. Пишите свои комментарии, свои впечатления от того, что я сказала, согласна, не согласна. Я очень люблю, когда вы мне пишете, потому что я чувствую, что, блин, даже какие-то мелочи, к которым я в этой жизни пришла, они кому-то интересны, и вы это читаете. И спасибо вам большое за поддержку, за ваше время, которое вы на меня тратите. И если я вам в чем-то полезна, я только кайфую от этого. Поэтому обнимашечки и больше вопросов, я люблю на них отвечать. Пока! С вами была Уютная Лиса.